Я рад приветствовать любителей забавных историй на канале Доманко. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Manual Samuel. Давайте начнем. Там вроде как бы... Там вроде как бы мы с сатаной встретились. И сатана недоволен. Так, тихо. Давайте поморгаем. Шмяк, 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 шмяк. А к чему мы в эту сторону идем? Давайте в ту. Шмяк, 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 шмяк. А мы как домой приперлись, короче. Причем, а, нас не пускают туда дальше. Причем, я смотрю, мы в машины даже. Мы врезались. От неумения водить. Я ж тебя научил, Сэм. Мы умеем хорошо кататься, что ты врешь? Папаня будет явно недоволен. Тому, что мы натворили. Тихо. Так, дальше я тоже идти не могу. Вдохнем, моргнем. И заходим. Вдолкнул, моргнул и заходи. Ну не расклеивайся, дружище. Ничего страшного. Убил 300 детей. Невинных. О, тут я не могу посидеть. В интернете там ложка. Пипец срач, конечно, в хате. Вообще жесть. Как можно посреди комнаты держать мусорные пакеты? Арт. Это специально подписали, чтобы ты понимал, что это реально искусство хоть какое-то. Три полоски, один квадрат. А я могу посмотреть телек? Да я вообще ничего не могу. И тоже арт. Тоже подписано. Что-то я раньше этого не заметил. О, вино 1881 года. Я бы сейчас уже бы выпил, после того, как детей-то поуничтожал. Да не ори ты! Откуда тут птицы? Что-то такая тишина, давай, никого нет. Попахивает бурей какой-то, да? Вам не кажется? Бурей в стакане. Обычно такие вот действия... Так, смотрите, мы можем зайти, да? Ну, давайте пройдемся подальше. Понятно. Сэм, держись. Заходим. Right as Sam is about to go to bed, she arrives. War. Ooh. Can you believe that idiot? He went ahead and got himself thrown in hell jail, so now I have to be both death and war. That's double shifts and no extra pay. Anyway, it says here that you were supposed to die almost 24 hours ago. Sam tries to say something along the lines of, no, no, please don't, this is no fun, this is no fun. But his lack of confidence in the art of speaking manually only results in this happening. Так, тихо, тихо. Я ж нажал Y! Что за херня мне кинули? Нет, нет, только не надо мне, пожалуйста, идти там тысячу метров опять, короче, это ж так скучно. А, она меня специально убила, да? Чтобы я попал в ад, понял, вся фишка. Типа я нажал no, но почему-то она этого не поняла, я нажал же на Y, успел. Смотрите, в пузе какая дыра. Мне хоть, может, дышать здесь не придется. Да я и моргать, кстати, не могу. Нет, 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 это, говорит, не весело, это не весело. Война, греби быстрее. Все в патронах. А знаете, на кого похоже? На Рипли. Из чужих. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be, ooh, the son of the CEO of a huge company. Ага, ага. You get your own office, and you get to play Flappy Rooster all day. That'll be all your shreds, dear sir. Sam remembers that he has none left. Oh, no shreds of life? Oh, I'm terribly sorry, sir, but this means you have to go to hell jail. Guards! Have a nice day. Oh, no shreds, eh? Well, it can happen to the best of us, mate. Let's take you to hell jail then, shall we? Such fun. Take all your concern-related concerns up with upper management. What's your favorite movie, mate?
Mine is, it's a wonderful life. There you go, mate. Hope you will have a good time. Well, let's bring him some food. Take all concern-related concerns up with upper management. Моя жизнь, говорит, прекрасна. Они же уже демоны, вы живете. В аду у вас не может быть жизни вообще. Смотрите, там какие-то сверху перечеркнутые деньки. And there he is. Death. Yo-yo-yo, Sam. Yo-yo-yo. Well, you came to save me. Oh, you'd truly be a bro-bro. So, bro-bro. What be the plan? Ха-ха, его просто не было. Oh, dude, that'd be hardcore. But I suppose that'd be the only way. Aye, when the god comes back, I'll rip him in half and put you inside. You should be able to control him with your manual powers. Here he comes. Do you like strawberry or chocolate cupcakes, mate? I brought them both just in case. Yeah, it worked, bro. Aye, crush these bars. And then get you to the spot where we met for the first time. We'd be getting out of here, yo. As the still warm insides of the guard squeeze against Sam's skin, he thinks about how lucky he is to be rich, so he can pay for all the hours of therapy after this. Мне просто что такой милаха был этот демон. Мол, я вам принес тут клубничного пирожного. Мы просто взяли, порвали пополам. Что мне надо сказал решетки как-то сломать? Здесь ли или? Да хватит уже, встань! Здесь или те? А, во! Уа, уа. Ну я крут! Вот так вот! How about we get you back to jail and watch a cozy movie together, sir? You are not being very nice right now, dear sir. А, два это блока, я понял. А, As Sam recovers, so does his mother. Вкусняшка! Вставай! Сэм, вставай! Давайте еще разок. Хава! Блок! Sam, it isn't that hard. How about we get you back to jail? Да какого хрена? А он себе ХП восстанавливает, да, таким образом? Я причем, кстати, не вижу у него ни... I'm terribly sorry, sir, but I'll have to take you back to jail. Can't we all just be friends? Sam, right now! He'll just be reborn as a demon anyway. Of course, Sam. А надо было же его игриком сбивать. Demon soda is the best, dear sir. You're not being very nice right now, dear sir. You're not being very nice right now, dear sir. Sam slays another guard. Как тебе такое? And desperate. How about we get you back to China? And there goes another one. No, I'm terribly sorry, sir, but I have to take you back to China. Блин, я забыл, Игрик, что надо нажимать. Чар, давай, вставай. Сэм, давай, мы должны победить этих демонов. I'm terribly sorry. You're not being very nice right now, dear sir. I'm terribly sorry, sir, but... This goes on for a while. Let's just see what happens. Одно спасибо, что хотя бы моргать не надо. И дышать. Demon soda is the best, dear sir. Demon soda. Много разговариваешь. It isn't that hard. You beg to jail. You know, Sam needs to pull those swings. Я просто их бью. Я буду просто их бить. Смерть, а ты куда делся, блин? Какого хрена? Почему я иду один грустный?
You made it! Alright! Let me just open up a portal. Oh, snap. Silly, hairless ape. I'll make your pain beyond imaginable. Time to mention those concern-related concerns, Sam. Воу. Фига себе, что он творит. А я даже двигаться не могу, так вставай ты, ё-моё. Он крыльями когда машет, я двигаться не могу. Вставай! Фига, один удар, короче, я падаю, да? Выходит, мне надо постоянно как бы держать. Я ж нажимаю. Так, блин, знаете, это довольно жестко. Демон-то, блин, проклятый. Так, я сейчас приготовлюсь. Сядем поудобней. Ну давай, оттягивай меня. Садись на шпагат, чтобы избежать ударов. Фига себе. Надо еще на шпагат садиться. То есть, получается, надо... Ты подлый! Настоящий дьявол! You can't just stroll in and out of hell as you please, ape. You can't just stroll in and out of hell as you please, ape. Мы нанесли ему еще урон. А что надо? О, а надо бежать, наверное, да? Получается, я понял. Твою же, а. У него, смотрите, засветился дьявольским пламенем просто. И опять, короче, мне надо, да, делать это. Stand still. Да твою же! Как ты меня достал? Мне ж пальцы уже болят на этом геймпаде. Тыкать вот эту всякую фигню. Так неудобно. Я же нажал Y, но я, наверное, должен был тебя толкнуть. Чё ты псих такой конченый? А-а-а, бесишь меня! Зажмишь Б, чтобы... А, подуть на... Офигеть! Вы представляете, да? Что я должен был просто подумать про это, что надо было дуть.
Ага. Не. Stand still. God darn it. I'm going to... Вдыхло прям. А, я потушил, да, он что-то... Теперь мне надо моргать, вы представляете? Теперь мне надо моргать. Вот так правильно, рыгни прямо в лицо. Опять ногой в пузо. Так, блин. Надо было дуть. Как ты смел? Вставай, вставай, ведь мечей нет. А, во-во-во. Я не знаю, что с ним делать. Я просто дышал ему на руку, надеюсь, что он ничего мне не сделает. А что мне надо? А, его толкать надо, да? Понял. Так, я не так понял, не той ногой. Давай еще разок. Давай, готов. О, он сейчас сделает двойной флип. Да! Только это никак мне не помогло. Ха-ха-ха, по-моему, тебе не кажется. Holy feces. Did death just do a kickflip? As Satan, Sam grabs the opportunity and grabs Satan's sword. How did he do that? I've been skating for just as long, and I couch. What the feces, dude? Oh, sorry, dude. No offense, but you were being kind of a douche. Take me to a gosh darn hell hospital. Oh, okay, dude. Для начала конец нормальный. Thanks for everything, Sammy. Of course you get to live again. I will even grant you one final wish. Sam looks up to the sky and wishes that the 300 orphans came back to life, safe and sound. Not that heaven is a bad place to be. But that's 300 orphans and 300 shreds. I've been saving up for an eternity. Oh, and so Sam gets resurrected for the last time. Our story ends in the middle of last Wednesday, where a sort of hopeful young man named Sam is about to make amends with his girlfriend. Whoa, you showed up on time for once.
Я бы бутылку пива бы от нее все-таки убрал на всякий случай. Ой, какие милахи! Подарок ей подарил с котенком. Сэм помирился со своей девушкой, починил машину и что-то ей подарил. И... Смерть наконец-то сделал кейфлип и пригласил войну на свидание. Это вообще концовка, конечно, безумная, вообще безумная концовка. Смерть впечатлил сатану. Тот повысил смерть в войне и войну за зарплату на корешки что-то 35%. Четыре всадника апокалипсиса наконец-то получили 2 недели оплачиваемого отпуска. А какие 4? Где оставшиеся 2 там? Ну, война и смерть видно. А вот все 4. Их заметили... заменят налоги, вторник, реалити-шоу и плохие фанфики. Сэмуэль старший получил общественную премию за спасение 300 сирот у порога своей компании, надеюсь... Демоны, которые зарубили Сэм в полном порядке, они даже не злятся, которых зарубил Сэм. Вот такая вот история. Очень странная, очень придурковатая местами и довольно-таки веселая. Но концовка просто адовый трэш, просто адовый трэш. Бой с сатаной, блин, я ругался как сапожник просто на последнюю битве, потому что, блин, ну... Конченый бой. Я не знаю почему, но у меня он последний, вот этот, где надо было толкать демона. Я падал раз 700 просто. Я, ну, 700, конечно, преувеличиваю, но до хрена раз я упал. Причем, кстати, я вроде толкаю, а он падает все равно. Я толкаю, а он падает. Он просто меня бесил. Я прям психовал в конце. Вот так вот это было. Но все равно получилось довольно-таки весело. Игра довольно приятная и оставляет приятное впечатление, кроме последнего файтинга. Последний файтинг вообще никуда. Я не знаю почему, но почему-то управление не слушалось в каком плане, что вот вы какое-то действие делаете, после него зажимаете какие-то кнопки, он их не слушает, просто. Хоть вдавливая их, без разницы. Не знаю, почему это, к чему это и зачем это, но как-то так. Вот, но игрушка, все равно говорю, мне прям безумно понравилась. Надеюсь, что и вам тоже. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. А также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, я вас всех искренне обнимаю. Целую и люблю, дорогие друзья. Увидимся в новых прохождениях. До новых встреч. Всем пока. 57. Dude, I was just kidding. Что он интересно делал? The end. Thank God! Are you kidding me? If you had any idea how long this process took, you're sitting there just playing the game whenever you damn well feel like it. Speedrunner, my ass! You couldn't speedrun a... I don't even know what I'd use as a simile for that, because it's stupid. Speedrunning, I don't even know what that is. This isn't even my normal speaking voice. I'm an American and I'm doing a British accent in this recording studio. I don't want to do it anymore. I've had it. I don't want to talk like this. Do you know how difficult that is? I'm going home. Jory, I'm out of here.